Всем привет! Нашла самое большое зеркало в ванной. Хочу вам показать свой образ сегодня. Сегодня я буду в белой футболочке. Не знаю, вот как-то так заправила. Вроде нормально. Так. Мы собрались ехать в Брашев, где-то под Брашевым, там замок Дракулы. Что-то, говорят, будет интересное там, посмотрим. А сейчас начинается продолжение прошлого видео. После замка Пелиш мы под дождем, под сильным ливнем все-таки едем в замок Дракулы. Так, мы идем под дождем в замок Дракулы. Вот такой вот рыночек. Дождик нам не помех. Да. Да. О, птички поют. Купили билетики 125 лей за двух взрослых и один ребенок. Вид шикарный. А вот впереди замок Дракулы. Замок Бран расположен в одноименном городке среди холмов центральной Румынии на границе Трансильвании и Мунтении. Построенный изначально в качестве оборонительного сооружения, в 20 веке замок приобрел широкую известность как резиденция графа Дракулы. Замком Дракулы крепость стала называться около 40 лет назад, когда туристы со всего мира стали искать в Румынии доказательства существования вампира Дракулы, столь реалистично описанного Стокером в 1897 году. Спрос рождает предложение, и предприимчивые румыны дали возможность желающим удовлетворить свою склонность к мистике. Появление образа князя тьмы дало толчок стремительному развитию туризма в Румынии. Поклонники вампира каждые 4 года собираются в Трансильвании на свои всемирные конгрессы. В крепости есть немало секретных подземных ходов и лабиринтов, по которым можно незаметно проникнуть в здание или покинуть его. В замке Дракула 17 комнат, где можно увидеть много экспонатов, произведения декоративно-прикладного искусства, королевская одежда, платье принцессы Эдинбургской, серебряные украшения, средневековые различные украшения, средневековые доспехи, оружие и столовая утварь. Также в замке расположены музыкальный салон, гостиные, королевские апартаменты, оружейная комната, несколько опочивален, среди которых наибольший интерес вызывает спальня Влада Дракулы, столовая короля Фердинанда, саксонский зал, библиотека. Но впечатлительным натурам не рекомендуют заходить в комнату пыток, где легко воочию представить мучения жертв, распятых на ужасных приспособлениях. Вот тут раскрывается такой вид. Капелла
Конечно же, я не могла пройти мимо и не сделать пару фоточек вот с таким вот шикарным видом. Фотки получились очень красивые. Смотри. А, ух ты, ёшки. Давай. А весь ближе. А вот сейчас мы как раз переместились в те комнаты страшные, где впечатлительным лучше не смотреть. О, это Дракула сидит тут. А знаешь, кто самый главный вампир? Это вот эти волки. Угу. Типа труп. Да, да, ты показывай стрелочки, чтобы мы ничего не пропустили. Это какая-то кухня, да, да, да. Вот его спальня. О, спальня, ничего себе. Такая картина. Нет, это просто спать. Кровать. Вот так, кровать. А, типа, когда он был инвалидом, он вот так катил. Потолок у нас, вот такой потолок был. Деревянный. А как ходят, слышите, прям слышно. Ну, хотелось бы чуть-чуть пострашнее, конечно, потому что они выключили свет. Это как королевская спальня. А мне вот эти тигры нравятся, смотрите, какие. Львы. Такие. А вот у печи можно было полежать и где-то. Это, походу, его одежда, да? Ничего себе! Вау! Кольчуга такая, да? Вот это оригинальная одежда. Я прикинула, да, она выглядит. О, смотри, какие. Видно, какой этот замок такой, типа, вот, да, да, видите, такой темный такой колодец. А крыша такая, да, старая еще. Какая здесь. Тут такая пушка. Целились из окна. Тут потеряться можно в этом замке. Огромный он. Боже, ужас, это а кресло. А внутри закрывали людей в таких вот железных, они там умирали. А, не, они, наверное, вот эти ножи высовывали и потом... Да. А, вот это да. Жесть. Да. Этот замок 4 раза перестраивали, представляете? Я вообще в шоке. Конечно, крутой. Спустились вниз к колодцу. Тарасик, что, заглянем? Что там, заглянем? Что там в колодце у нас? Что там в колодце? А в колодце много денег. Посмотрите, в основном леи. О, гривна есть, наша гривна. Ну да, что, ты не видел? Класс. Ты бросаешь? Давай, бросай. Монетки. У нас налички нету, поэтому монетки. В центре внутреннего дворика вырыт колодец. Легенда гласит, что из него можно попасть в таинственное подземелье. Здесь столько дверей, столько комнат. Фантастика. Вот с такой чай. Ты ее понимаешь. Вот раз, ну все, берем такую чашку, да? Да, да, да. Дорогая, да? Да, 270 лей. Ничего себе. Но он бы пил с такой, со скелетом. Я уверен, да? Да, 100%.
Крутая, крутая чашка. Может, тебя возьмем за? Что тут еще интересно? Кто-то хотел бы на память? Это маленькая что-то. Это маленькая медаль. Вот, раз, смотри, вот какие-то брелки. Может, тут тебе какой-то брелок купить? Что ты выбрал, Тарас? Ну, потом покажу. Ну, это что, такая монета? Угу. Ну, кто разбирается, тот поймет, потому что обычные люди не поймут. Да, да, это монета румынская или из замка? Нет, Дракулы. Дракулы, да? Побывали на настоящем замке? Да. И как тебе? Это Дракула. Ну, прикольно. Прикольно, да? Понравилось? Ну, лучше, чем первый, потому что первый, там было ожидание, папа говорил все, что там Дракула, а на самом деле там не Дракула. Ага, ну мы вот попали. Да. Дракулу под дождем. Так, за спиной замок Дракулы, но уже не виден он. Со стороны даже сразу поймешь, что это Дракулы замок. Да, сразу. Потому что он черный такой. Ну, такой серо-черный, да, такой. Ага. Да. Дождик еще немножко моросит, но вот так свежо, классно. Мы домой и на ужин дальше. С Дракулой или без него замок Бран — великолепный образец средневековой архитектуры, который стоит обязательно посетить, чтобы увидеть колоритную старинную обстановку и прикоснуться к истории живописной и загадочной Трансильвании. Мы сегодня пошли в ресторан вовнутрь, а то прохладненько. И вообще в шоке, как здесь круто. Мерзлючка была права. Да, мы зашли, посмотрите, здесь все в таком мех, такая вот, в шкурках. Сейчас я вам все. Шкурка тут еще, она такая свежая. Еще да. Есть от людей такая шкурка тут. О, ты что такое говоришь? А сейчас вам покажу еще, смотрите, какие тут медведи. Вообще медвежата такие. Мы в шоке. Сейчас на виду покажу еще поближе. Вот такие тут медведи. Они прям как настоящие. Смотри. Сделаны. Такие зубы. На этом наше видео будем заканчивать. Всем пока-пока и до новых встреч. Будем благодарны за лайки. Кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.